Как часто вы спешите на намаз-мечеть и тщетно пытаетесь найти свободное место для парковки? Где оставить свой автомобиль так, чтобы он не мешал другим, пока слушаешь Коран или проповедь имама? Эта проблема сегодня волнует многих. У нас стоянка с одной стороны, со стороны Гожевской, не обеспечивает стоянку. Мы приезжаем, ставим машины некуда, закрывает проезжую часть. Поэтому нам обязательно стоянку со стороны проспекта, чтобы было безопасность обеспечить и чтобы был подъезд. Эта стоянка нам очень нужна, так как вот мы уже с машиной очень много приезжаем на Рамазан, ставить некуда. Мы ставим стоянку соседей, они нас, ну, неприятно уже, мы ставим больше, закрываем их дорогой. Проезжая часть, ну, у нас очень нужна стоянка, очень. Мечеть Ихсан в городе Саранске решила изменить ситуацию и сделать современную парковку. Не просто стоянка автомобилей, а красивая территория с лавочками и деревьями. Проект утвержден, уже начались работы. Чтобы реализовать задуманное, необходимо более 2 миллионов рублей. Эта сумма неподъемная для прихожан мечети Ихсан, поэтому они обратились за помощью в благотворительный фонд «Мусульмане Мордовии». К нам обратилась община Октябрьского района города Саранск с просьбой о помощи в постройке парковки мечети Ихсан. Данная парковка по плану должна была построиться в 2022 году, но в силу того, что только в 2024 году было выдано разрешение, поэтому строительные работы начались в месяц Рамадан. На начальном этапе мы уже собрали 400 тысяч рублей, но сумма сбора очень большая, поэтому мы хотели обратиться ко всем неравнодушным в этот месяц Рамадан, последние 10 дней Рамадана, чтобы вы помогли распространить данное видео, поучаствовали в сборе. Возможно, ваша садака попадет в ночь предопределения, а эта ночь лучше тысячи месяцев. Не упустите возможности в оставшиеся дни и ночи Рамадана. Делайте садака, ведь даже небольшая сумма может принести вам особую награду от Всевышнего Аллаха, Его милость и прощение. Реквизиты для сбора вы найдете в описании под этим видео.